Во всех районах Твери продолжается работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых домах, где проживают многодетные семьи. Это специальные датчики, которые подают звуковой сигнал в случае задымления. Подробности в нашем сюжете. Спасатели-специалисты социального центра проходят инструктаж и делятся на мобильные группы. Ежедневно им предстоит проехать порядка 20 адресов во всех районах Твери, где проживают многодетные семьи. Сегодня одна из групп работает в Заволжском районе. Это квартира семьи Герасимовых. Здесь с родителями проживают трое детей. Сегодня нам устанавливают датчики пожарной безопасности. Это необходимо, важно для безопасности семьи в случае инцидента. Пожары, к примеру, они срабатывают, сигнализируют, есть возможность проснуться и выйти из среды, непригодной для дыхания. Такая система очень удобна. В случае опасности прибор подает сигнал тревоги. Это является одним из самых эффективных средств предупреждения пожаров. Мама троих детей Ольга Герасимова говорит, с таким датчиком в доме стало безопаснее. Хорошо, что существует такая программа для многодетных семей. И мы себя будем чувствовать от установки датчиков более безопасно и комфортно. Процесс установки занимает совсем немного времени. Затем необходимо заполнить акт приема и трехстороннее соглашение. Хозяевам квартиры нужно всего лишь предоставить данные паспорта. Также сотрудники МЧС проводят инструктаж о том, как работает датчик, и выдает паспорт на автономный извещатель. Сейчас будем производить проверку. Прозвучит два сигнала. Это означает то, что он в рабочем состоянии. Первый сигнал. Второй сигнал. Разрешается его вешать от потолка 10 сантиметров, от люстры полметра. И над тепловыми приборами нельзя вешать. С начала года благодаря сигналу АДПИ удалось трижды оперативно потушить возгорание в домах, где заранее были установлены извещатели. В случае их отсутствия от огня могли бы пострадать 12 взрослых и 7 детей. Для многодетных семей пожарные извещатели устанавливаются абсолютно бесплатно. Для подачи заявления достаточно связаться с центром «Мой семейный центр» города Твери Калининского района по адресу проспект Победы, 74, или позвонить по телефону 47 74 43.